И я хочу пригласить на этот ринг Салихан Садулоев, город Хабаровск, весовая категория 72 килограмма. Ну что, ребята, впечатлило? Максим Штепенко, 28 лет, рост 170 сантиметров, вес 71 килограмм. Внимание, 13 боев, 10 побед, из них 7 нокаутом. Чемпион России по версии драка, чемпион Хабаровского края по боевому самбо, чемпион Дальнего Востока и Сибири по кикбоксингу! Ребят, очень интересный бой. Все внимание. Очень сильные бойцы у нас здесь, на ринге. Очень интересный бой, очень захватывающий. Итак, встречаем двух титулованных бойцов. Первый раунд. Аплодисменты! Не скупимся на них! Отлично! Ну что, поддержим аплодисментами, поддержим, ребят. Давайте нотку адреналина в кровь бросим. Они еще прицениваются друг к другу.
Ну вот и есть поддержка. Давайте аплодировать и поддерживать своих спортсменов. Ну вот так вот, ребята. Вы посмотрите, что они творят. Отлично. Вот я вижу, даже есть поддержка за данного человека. Конец первого раунда. Можно поаплодировать спортсменам. Ребята немножко так почувствовали друг друга, что, на что они способны. Оба спортсмена тренируются в городе Хабаровске. Салихан Садулоев у нас, напоминает, чемпион Хабаровского края по тайскому боксу. А Максим Штепенко у нас чемпион Хабаровского края по боевому самбо и чемпион Дальнего Востока и Сибири по кикбоксингу. У ребят практически одна и та же весовая категория, до 72 килограмм. Что и один, что другой спортсмен весит у нас 71 килограмм. Как видно, ребята очень профессиональны в своем деле. Очень давно занимаются данным видом единоборств и имеют представление друг о друге. Итак, у нас второй раунд. Все внимание на бойцов. Бой закончен. Давайте поаплодируем, ребят. Очень достойный бой, очень интересный. Досрочная победа. У нас побеждает Максим Штепенко, город Хабаровск!